Всем доброго времени суток, с вами Анми, и сегодня я хочу вам показать еще одну игрушку. Называется она Go Bonsai, и здесь мы должны будем выращивать деревце. Игрушка 2009 года, как мы видим, очень необычная. Давайте возьмем новое деревце. Мне не нравится, вот такой скорость, видите, у нас какая. И что здесь нужно делать? Мы должны, ну, соответственно, по названию игры вырастить деревце бонсай. Давайте вот немножечко приблизим. У нас сейчас 200, прошло 210 уже дней, 211 и так далее. То есть мы посадили в горшочек в определенное деревцо, и оно прорастает, дает какие-то всходы, дает веточки, дает палочки и так далее, дает листочки. Но наша задача — превратить его в красивое деревце бонсай. Надеюсь, все знают, что это такое. Объяснять не буду. Ну, по телевизору я их много видел, я просто не знал, как это делается. То есть, что это действительно очень долгий, кропотливый процесс. Ну, вернее, я предполагал, что это очень долгий, кропотливый процесс, но не знал, что настолько. Вот посмотрите, на данный момент у нас какая-то коряга, которая уже растет у нас почти что 2 года. Представляете, за 2 года вот бонсай может превратиться только вот в это что-то какое-то маленькое унылое подобие, я не знаю чего, ну, веточки какой-то, да. Оно абсолютно не похоже на данный момент на бонсай. Давайте ускорим время. Пусть оно у нас, ну, нам не надо, чтобы оно вверх росло, нам нужно как-то, чтобы оно расширялось, наверное. Я бы хотел, чтобы здесь какие-то веточки появились, у этих веточек появились другие веточки и так далее, чтобы оно пошло у нас шире. Нет, давайте вот. Ну, нет, оно куда-то совсем не туда у нас растет. Я не хочу делать, как я и сказал, его каким-то огромным. Но огромным в плане. Вот у нас, видите, боковые отросты пошли. Вот нам совсем-совсем. Ну, мне совсем не хочется, чтобы оно шло вверх, куда-то разрасталось. Мне хочется, чтобы оно сейчас у нас разрасталось вширь. Вот это что-то такое уже. Более похоже на деревце бонсай, да? Давайте вот такие вот веточки, совсем-совсем длинные, мы их будем убирать. Я надеюсь, что дерево начнет как-то вот... Ну, что у него будут вот эти короткие веточки, да, и они будут все в листве. Тогда это будет действительно красиво, и тогда это будет то, чего как раз я и добивался. Так, давайте покрутим, повертим. Ну, вроде бы сейчас все веточки коротенькие, у нас все нормально. Давайте ускоряем, смотрим. Опять пришла осень. Это уже четвертый год. Представляете, за 4 года у нас выросло вот что-то вот такое. Я не знаю, похоже это на бонсай, не похоже. Но я надеюсь, мастера бонсай не обидятся. И я просто не знаю правил вообще, как это должно выглядеть. Какие-то, может быть, там определенные условия должны быть, там, что все веточки там одинакового размера, там еще что-то. Я этого не знаю, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Просто, ну, сама игра меня поразила тем, что, ну, где вы еще встретите симулятор растения, симулятор, не знаю, вот именно, ну, не знаю, я не конкретно про бонсай, да, говорю, но вообще какое-то вот что-то выращивать, какое-то растение, я, честно говоря, не встречал, а тут еще с такой надо с заботой, то есть для удовольствия, для какого-то, для эстетического какой-то, для эстетической красоты. И, ну, я, честно говоря, не знаю таких игр. Ну, и как я говорил, то есть меня в свое время интересовало вообще, ну, тему про бонсай, да, мне хотелось себе такое деревцо. Сейчас я понимаю, что это очень-очень большой труд, и я теперь понимаю, почему они так дорого стоят. Вот, и сколько надо труда вложить, чтобы вот вырастить что-то подобное. Как видите, у нас все равно что-то какое-то не очень, по-моему, да, получается. У нас вот эти ветки пошли в рост очень сильно, и как-то, ну, не знаю, что это, что у нас получится. Давайте еще один год ждем, посмотрим, что у нас. Вот за 5 лет, видите, что у нас получается. Вот за 5 лет вот что у нас выросло. Так, немножко притормозим время опять и обрежем вот эти веточки, потому что они как-то уж бурно в длину пошли. Вот здесь тоже нам не надо, здесь тоже нам не надо. Такой бурный
бурного роста такого нам не нужно. Когда ветки слишком длинные и тонкие, это, ну, в данном случае это очень некрасиво. Сейчас мы пообрезаем вот эти все веточки. Надо, чтобы оно разрасталось, как я говорил, на этих ветках, чтобы в ширину, да, не в высоту. То есть, не знаю, как правильно это объяснить. Но ветки, видите, когда они утолщаются, на них появляются еще отростки. И вот это уже, как мне кажется, более эстетично, более красиво, как-то по-дурацки звучит. Но в любом случае, это действительно намного красивее выглядит, чем когда ветки очень тонкие и длинные просто. Так, ну вот у нас за пятый год подходит опять же к концу. Что-то такое похожее уже на бонсай. Почему-то дерево у нас только не посередине. Я бы, наверное, его пересадил уже ближе к середине. И мне кажется, было бы намного-намного это лучше. Почему оно вот как-то с краю? Так, опять мы... У нас уже седьмой год пошел. Вот за 7 лет мы вырастили вот что-то такое подобное. Давайте сейчас последние веточки, наверное, обрежем. Так, 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 так. Вот эти тоненькие, некрасивые веточки мы сейчас все поубираем. Так, у нас вот это какое-то длинное-длинное почему-то выросла ветка. Вот это, наверное, я не знаю, вот это, наверное, тоже обрежем. Вот тут есть отросточек, пусть лучше он, туда идет весь сок от дерева, вся сила. И именно он пусть разрастается. Вот здесь веточки, видите, раздвоились, это уже хорошо. Мне так кажется. Здесь мы обрезаем. Вот эту длинную, если можно, верхушку, да, тоже срезаем. И здесь кончик отрезаем. Подрезаем, обрезаем, удобряем. И получается у нас что-то вот такое, смотрите. Ну, в общем, вот такая игрушечка. Кому понравилось, за 6 лет видите, что мы вырастили. Так этим можно заниматься, я так понимаю, до бесконечности. Я, к сожалению, не знаю, сколько растут эти деревья и что вообще это за дерево, потому что, честно говоря, я не вижу в описании, что за дерево. Может быть, какие-то определенные сорта можно только для бонсай прививать, да, и в общем-то не знаю ничего этого, но игра мне понравилась, надеюсь, вам тоже. Спасибо всем, кто меня смотрел, с вами был Анми, выращивал бонсаи, всем пока-пока.